спасибо, что вот это непростое время, когда, в принципе, сложно говорить. Все пришли, величезна подяка двум офіційним фундаціям, которые нас підтримували, підтримують і будуть підтримувати. Ми далі це центр Майдан Моніторинг та Наталки Зубар, завдяки якої ми тут всі збираємося, та Харківської обласної філії діаспори чеченського народу. Дуже добре, коли діаспора всупереч всім стереотипам займається не тільки собою, але й стимулює вивчення історії міста Харкова. Так, отже, всім подякували. Починаємо. Починаємо з того, що таке харківські медіа, кірутка, насамперед названня. Ми дуже довго сперечалися, як називатися. Наше сообщество возникло случайно и спонтанно. Разные люди разных профессий, увлечений, разных взглядов и образов жизни вдруг встретились. Общее у них было только одно – это любовь к своему родному городу. Каждый из них знал что-то о Харькове, чего не знал другой. В силу этого начал происходить активный обмен знаниями. Но, как известно, любовь без дел мертва. Поэтому после очередной прекрасной совместной насыщенной информацией прогулки по старому городу возникло вполне естественное желание что-то делать дальше со всем этим запасом знаний, который накопился у каждого из них. Шутя, мы называли себя харьковскими маньяками, потому что, наверное, только одержимый в хорошем смысле этого слова человек может ходить, ходить часами по старому центру с фотоаппаратом. И не только по центру. Да, или говорить о истории Харькова крайне долгое время. Так возникло наше название, так мы поняли, кто мы есть. Потому что история любимого города нас все манила и манила. Чего же мы хотим? Мы четко осознаем, что история родного города не имеет национальности, религии, партийной или государственной принадлежности. Что мы знаем о Харькове сейчас? Мы знаем о нем многое, и в то же время мы не знаем о нем ничего. Даже по прошествии 24 лет независимости наш город является terra incognita для самих нас. Белых пятен неизвестных фактов, увы, намного больше, чем того, что мы знаем. На заре 90-х один из общественно-политических религиозных деятелей сказал: «Пришло время снова крестить Русь, имея в виду полное обновление процесса в государстве». Мы же можем сказать, что снова пришло время исследовать Харьков. Такова наша цель. Задача, которую мы изначально ставим для себя, это, как ни парадоксально, говорить о Харькове. Говорить громко, открыто, просто, понятно, на доступном языке. Открывать, узнавать, постигать Харьков снова и снова. Находить что-то новое о нем. Открывать малоизвестные факты, находить забытые имена. Делиться знаниями друг с другом, таким образом приумножая свои. Какой же мы видим нашу миссию? Мы не склонны думать, что наша фундация имеет какое-либо мессианство. Если благодаря нам хоть одно белое пятно в истории Харькова, на одно белое пятно в истории Харькова станет меньше, если хоть один человек, придя к нам или прочитав наши материалы на интернет-ресурсе, которым занимается Витя, он готовит по полтора часа каждый материал к выходу, запуску. Минимум. Минимум, правильно. Что если хоть кто-то что-то узнает того, чего не знал ранее, значит, мы не зря существуем и делаем что-то. А сможем ли мы сохранить или сберечь какой-нибудь архитектурный памятник или чье-либо имя? Время покажет, потому что не хотелось бы изначально брать завышенные планки. Хотелось бы все-таки отвечать за свои слова. Так, да, сейчас, ребята, и теперь пускай ребята скажут. В целом можно сказать, что чем больше вы знаете о Харькове, тем больше вы будете поражаться, насколько он был мощным и развитым городом в дореволюционное время. И нам просто есть чем гордиться. Многие относятся к Харькову, ну, миллионник, ну что, обычный. На самом деле его история доказывает то, что им можно гордиться со всех точек зрения. С точки зрения архитектуры, искусства, известных личностей, которые здесь жили, творили, создавали что-то новое. Поэтому чем больше вы будете знать о своем городе, тем больше у вас будет повода для гордости, для того, чтобы что-то показывать, допустим, гостям города, своим друзьям, знакомым, привлекать их сюда на прогулки, на экскурсии, все что угодно.
Вот, ну, я повторю просто, Антон немножко на следующий там так уткнулся в листик, так пафосно начал рассказывать, все намного проще. У нас появилась идея непосредственно посмотреть действительно малоизвестные факты, про которые вы могли посещать там лекции Росенфельда, читать историю, историю Харькова, там, в первой столице. Есть много-много вещей, которые они на поверхности. Вот. Нам повезло вместе, поработав, находить довольно-таки интересные источники там, где обычно никто не искал, не копал или вообще не воспринимал эту информацию. И из них, собственно, составить что-то интересное, которое мы хотели бы показать сегодня. У нас очень пилотный проект. Вот сегодня там обещалось прийти порядка 50 человек. Вот пришли те, кому было в субботу, не жалко потратить свое время. Вот. Постараемся без патетики. Я сегодня за фотоаппараты, меня зовут Витя, это Ваня, это Антон. Это вот так вскользь, по-моему, вообще не представил никого. Ну, не вот. Представил. Да, ну, в общем, я думаю, что дальше будет намного меньше официоза. Вот я тут буду бегать с камерой, на меня не обращайте внимания. Обращайте внимание больше на докладчиков. Пару слов еще где-то скажу. Вот. Ну что, ребят, давайте поехали. Да, это маленькая ремарка. Кого-то пришлось еще останавливать, не жить дальше. Ты забыл это слово, но вернусь. Ладно, давай. Хорошо, поехали. Слобожанщина на протяжении тысячелетий. Изначально мы планировали провести исследование на тему городов и сел Харьковской области. Мы пытались найти ответы на такие вопросы. Были ли ранее поселения на месте нынешних городов и сел? Какие и какого периода? Скифские, сарматские, хазарские. Происхождение названия поселения. Для нас тоже было важно. Что конкретно и когда, кто конкретно и когда его основал? Это могли быть беженцы с правобережной Украины, да, например, село Соколова. Поселенцы из России. При работе мы взяли за основу том серии «История городов и сел УССР», украинской версии, посвященной Харьковской области на украинском языке. Он вышел в 1965 году, многотомное издание. Оно было действительно уникальным, потому что каждая область рассматривалась. И издание на русском языке 1971 года. Они как бы друг друга дополняли. В силу того, что эти различные тома дополняли друг друга, презентуемые ныне карты являлись же визуальным дополнением к данному исследованию. То есть карты, они шли на самом деле вторым эшелоном. Однако в процессе работы мы обнаружили, что к моменту выхода русскоязычного тома была проведена внутренняя административная реформа в Харьковской области. Таким образом, наше исследование, базировавшееся на алфавитном, не на алфавитном, а районном построении, просто сбилось. То есть в 1971 году, к моменту выхода русского тома, вот эти районы Харьковской области, там Балаклеевский, Изюмский, их совершенно перегруппировали до 70-го года. Было условно 10 районов, потом оказалось 15 вдруг. И у нас случился сбой, но этот сбой произошел, когда мы проработали 235, да? 240. Да, 240 объектов. Значит, также в процессе самого исследования стало очевидно, что в силу ряда недостатков двух вышеупомянутых томов, для получения полных и адекватных ответов на поставленные нами вопросы необходим глубокий и параллельный анализ о заселении слабожанщины. В частности, работ Багалия, Филарета, это историко-статистическое описание Харьковской епархии, и ряда других исследователей. То есть проблематика двух томов фундаментальных «История городов и сел УССР» заключается в чем? Открываем мы село, я не знаю, там, Кукуево. И там, в принципе, совершенно людям было плевать, когда оно было основано. А главное, что в Кукуевской библиотеке находятся 2000 книг, а у населения 50 телевизоров и 40 проигрывателей. Вот, хотя изначально исследование планировалось как историческое. С этим было крайне невозможно работать. У Филарета, если мы откроем вот это историко-статистическое описание, у него очень много в работе интересных фактов, каких-то легенд, каких-то преданий. То есть в этой позиции материал сногсшибательный. Но вся проблема в том, что Филарет писал намного раньше Багалия, а у нас некоторые населенные пункты появились даже в 1900 году. Поэтому необходим был комплекс исследований. А его исследование это 830-840. Да. Значит, достаточно сжатые временные рамки и запоздалое понимание структуры и методов исследования не позволили нам в должное время закончить начатое. Однако в силу того, что нами было проработано около 240 населенных пунктов, а также созданы карты, вот
Иван непосредственно этим занимался, и Виктор, дающие на наш взгляд ответ на вопрос, что же такое Харьковщина, да, вот эта земля. Было принято компромиссное решение презентовать исследование в достаточно сокращенной сжатой форме, в которой вы его увидите. Однако данная презентация не является итоговой, а всего лишь началом и фундаментом для дальнейших исследований. Ну что же, начнем. Когда же появились люди на территории Украины, вообще Харьковской области в частности? Вообще заселение этой части Европы произошло намного позже, чем в целом заселение других континентов. Когда, вот, допустим, в Азии люди появились 70 тысяч лет назад, у нас только 34 500. Уже шел большой ледниковый период, это 110 тысяч лет назад он начался, но где-то между 40 и 30 тысячами он ослабился. Поэтому люди сюда пришли в основном из Кавказа, куда они пришли в свою очередь из Иран, Сирия и Африка. То есть, заселение шло со стороны Кавказа. Как вы видите, границы Европы тогда были немножко другими, то есть Великобритания была соединена с материком, Ирландия в том числе. Черное море было, не было сообщено со Средиземным. Потом начался ледниковый период, начался, как бы сказать, становится более сильным, и ледник пошел на юг, с севера. Поэтому люди с севера Харьковской области ушли и в основном были на юге. Их стоянки были найдены в основном в долине Сиверского Донца, но само собой, это самая крупная река у нас, тут много рыбы, зверей, река сюда привлекает живность. Когда пришел ледник, мелкая живность отсюда ушла, поэтому люди на юге Харьковской области начали заниматься в основном охотой на мамонтов, носорогов, которые были найдены, в частности, при строительстве университета Каразина. Потом, когда ледник приблизительно 10 тысяч лет назад ушел, люди опять начали заселять север Харьковской области. И стоит отметить очень интересный факт. Здесь, на территории Восточной Украины, а также Западной России и Западного Казахстана, до Кавказа, началось формирование так называемого ядра индоевропейской культуры. То есть это народы, которые имеют общие корни, имеют общие языковые корни. Около 4000 лет до нашей эры они начали расселяться из этого ядра. Часть из них ушла на запад, в Европу, соответственно. Часть ушла на юг, это Иран, и Пакистан, и Индия. Что можно сказать? Прошло приблизительно 6 тысяч лет, индусы внешне поменялись очень сильно. Они стали более смуглыми, но сохранили и европейские черты лица. И что самое интересное, у них остались языковые корни, некоторые конструкции, которые есть во всех европейских языках. В украинском, русском, немецком, французском, итальянском. И более того, даже есть много пересечений с детскими сказками, с какими-то эпосами древними. То есть, вообще-то удивительно, то есть люди в течение тысячи лет внешне меняются, а культура, культурный фон, который сохранялся, он остается. На территории Харьковской области было очень много мелких культур, очагов, которых мы все не перечислим. Но стоит отметить, самые крупные из них, которые занимали большие территории, были более-менее однородные. Вот в частности, индоевропейские поселения, то есть 6 тысяч лет назад, которые были, это находится Балаклийский район, село Завгородне, Щуривка, Грушеваха Боровского района. Также такие населенные пункты, как Авдеевка, Морозовка, Красная Гусаровка. Обратите внимание на название. Красная Гусаровка. Красный Оскол, опять же Изюм. Изюм еще будет очень часто у нас подниматься. Это такой краеугольный камень Харьковской области, где очень много культур постоянно было, пластов археологических. Начнем мы с кемерийцев. Кемерийцы были довольно-таки развитым ираноязычным народом, который занимался и скотоводством, и земледелием. В основном они проживали на юге Харьковской области, и вот в том числе в Крыму были, в Причерноморье, и из них большую часть степей побольше. Жили они, как вы видите, с 8 по 7 века до нашей эры, и их сменили скифы, которые
довольно продолжительное время находились на Харьковской области. Это были скотоводцы, кочевые, которые не занимались земледелием. Они не могли долго находиться на одних и тех же местах. Почему? Потому что скот постоянно все объедал, все луга. Необходимо было двигаться. Опять объедал луга, двигались. Они перемещались по всему вот этому своему ареалу, пока была кормовая база для скота. По поводу скифов. Наиболее археологический памятник скифского времени – это Гелон. Скорее всего, это была столица Скифии. Данный город находился на стыке Харьковской, Сумской и Полтавских областей. Он был действительно огромным. Длина стен была около 37 километров, а площадь около 5000 гектаров. Я дополню немножко. У Геродота в фундаментальной работе истории упоминался некий город Гелон, столица Будина. Все думали, что это Геродот, там, я не знаю, вина накатил и придумал. Он много чего списал с придумки, в принципе. А академик Харьковского национального университета, мой покойный преподаватель уже Борис Шрамко, у него была вот мечта, вот как он как Шлиман верил в Трою, да, и он, значит, обосновал и раскопал, именно благодаря Харькову, принадлежит заслуга раскопок города Гелона. У него вышла там сумасшедшая какая-то книга по этому Гелону, он получил статус академика. Я помню, в бытности, когда я учился на ИСТФАКе, там приходили, там, не хотите купить книжку Шрамко за 15 гривен, потому что в Лондоне, куда он там едет, она будет стоить там 50 евро. И мы же такие, естественно, брали это. А поэтому вот, действительно самый уникальный памятник скифского времени, и, скорее всего, на территории Харьковской, Харьковщина находилась. Да, это крупнейшая гора. То есть человек стал мировым историком. Находки скифов также найдены в районе Блаклии, Меловой, Богодухово, Доброволье, такого поселка, как Хрущева и Никитовка. Это не путайте с Никитой Хрущевым, основатель был Никита Сененко из Умани, полковник, 676 год. А с 1938 года в Никитовке появился новый владелец Иван Семенович Хрущев. Скифов, в свою очередь, сменили сарматы. Сарматы и аланы. Это была родственная скифам культура, также кочевые народы, которые также являлись ираноязычным населением. Они вытеснили скифов на запад и потихоньку их ассимилировали, те, которые оставались. Находки были найдены в селах Воскресеновка, Ульяновка, Мечебилово, Малые Проходы, Николаевка, которая ранее называлась Шивой. Что происходит дальше? Дальше начинается великое переселение народов, про которое вы часто слышали, в восточную, центральную и в том числе западную Европу вторгаются племена гунов. Гуны пришли из-за Урала, у них основной ареал был обитания в районе Енисея и Алтая. Это было древнее тюркоязычное племена, которые не были связаны с индоевропейцами. То есть вторжение гуннов полностью вытеснило индоевропейские племена, в том числе сарматов, скифов, из своего первоначального ареала. Гунны дошли до Германии. В свою очередь немцы начали массово, германцы, переселяться дальше на запад. То есть это вторжение англов и саксов на Британские острова. Это разгром Римской империи, Запада Римской империи. То есть вторжение гуннов вытеснило все народы, которые были на их пути, на запад. В свою очередь это привело к крушению Римской империи, которую мы знали. Империя гуннов просуществовала недолго, буквально 150 лет назад. Потом они потихоньку начали распадаться, ассимилироваться. У них остатки их племен были в районе Дуная, а большинство ушло обратно на восток. И им на смену пришел Хазарский каганат. Хазарский каганат 650-969. Суть в чем? Хазария, она по сути является уникальной. Почему? Потому что там на равных правах он как бы был ислам, христианство и какие-то там языческие верования сарматов. Потому что хазарский каганат был расположен на стыке христианского и исламского мира. Таким образом, по сути, то есть, например, исламская была гвардия царя, хотя сама знать частично, да, она исповедовала иудаизм.
Наиболее крупный памятник – это Салтовское городище. Там где-то до 1700-1800 года были каменные стены. Но наши культурные крестьяне стены разобрали, естественно, на кирпичики. И когда даже вот строили дачный поселок, советской власти было почему-то совершенно наплевать на археологический памятник. Там доходило вплоть до того, что у людей погреба находились в каменных гробницах, там, времен хазарского каганата. В чем интерес хазарского, в чем прелесть хазарского каганата? Я в свое время общался с ребятами Соломонова университета. Вот они выделяют хорошие деньги, и они ищут, поскольку все-таки территория нынешней Харьковской области входила в состав хазарского каганата, есть не только Салтовское городище, вот они ищут синагогу. Они там их из Израиля, насколько я знаю, финансируют. Но с учетом того, что мы четко понимаем, что положение ислама в хазарском каганате было одно из господствующих, мы не можем исключать, что помимо иудаизма и каких-то местных верований аланского населения, здесь по-любому государство, оно централизировано. Были какие-то регулярные, да, войска. Здесь могли быть вполне мусульмане. Но просто в советское время не обращали внимания на какие-то вот находки, связанные, да, с Востоком. Поэтому ситуация предельно так обстоит. Далее, когда хазарский каганат начал потихонечку утрачивать свое влияние на эти земли, сюда пришли печенеги. Это были также тюркоязычные племена. В основном они занимались тоже скотоводством, но и часто не брезговали, ну тогда все не брезговали, набегами на соседей, чтобы брать добычу и чисто на основании этой добычи выживать и жить, торговать с другими племенами. В свою очередь печенегов сместили половцы. Половцы также были родственными культурой. Остатки поселений найдены в селе Коломак. Наиболее вероятно, что